Здравствуйте, дорогие наши книжечки. К нам пришла очередная посылочка. Сейчас мы даже вас научим, как можно сделать дешевле. Как? Я не знаю. Хорошо. Так, это Ирина и ее там лайфхаки, извините за выражение. Так, это пришли очередные две книжечки, заказанные нами на Алиэкспресс. Дело в том, что практически все. У нас кот за окном. Кот? Ах ты! Вот он, котяра! Вот. Ты смотри. Смотри, какой он, смотри. И не уходит? Нет. Ну, а он к нам хочет. Какой-то наглый кот. Наглый кот. Это что такое? Ну-ка, иди. Смотри, он не боится. Ничего, да местный наглый. Ну, ясно. Ну, ясно. Вот так вот у нас. Постучался к нам. Постучался кот. Может, он книжку хочет? Вероятно, да коты хотят книжку. Граждане Орска не хотят книжки, а коты хотят. Вот так вот. Может, он мою книжку хочет, сказал. Дмитрий, я прочитал на Прозе.ру вашу книгу, мне очень понравилось, тем более я тут местный товарищ. Ваш автограф я бы с удовольствием взял, прикупил бы. И может быть, это кот-бегемот? Может быть, все возможно. Так, ножи не кладем. Вот наша книжечка, заказанная на Алиэкспресс. Тоже все самое абсолютно. А теперь Ирина. Сколько она шла у нас, кстати? Ой, что-то она дольше всех у нас шла. А мы под выходные попали. Ну, может быть. Да, ну бог с ним. Ну, в общем, если у вас есть лишний какой-нибудь номер, не зарегистрированный на Алиэкспресс, так. Зарегистрируйтесь, создайте себе лишний новую номер. Страничечку, ага. И получите, там есть такая вкладочка, минус 150 рублей. О! На 150 рублей меньше заказа, да? Ну или да. Со штуки. Тут смотри, мы заказали две по 407. Так. А здесь из этой суммы 150 рублей мне отняли. С заказа все-таки. Не с каждой. С заказа, да. С заказа. Ну хотя бы, что приятно. Ну 75 рублей дешевле книжка. Каждая, да. То есть там, ну заказали бы 100. Ну то есть не миллион же она у нас стоит. Ну да, то есть. Здесь еще, в принципе, если человек одну книжку закажет, 400 минус 150 вообще выйдет в 250 рублей. Да, то есть вот так вот. Но, если есть ну, желание... Ну, это такое единоразовое, конечно. Ну, а что? Сейчас у меня даже появилось на Алиэкспресс, я могу там посты выставлять. Это ну, я уже золотой клиент. Ты уже, мы уже там купили половину Китая, наверное. Вот. Но, во всяком случае, эту книжечку вы можете заказать на Алиэкспресс, Ридера, Литрес, Озон, Wildberries. Ну, вот Wildberries и Алиэкспресс мы 100% с Ириной попробовали уже. То есть, вот, пожалуйста, хотите ну, с автографом... Две недели, по-моему, ждать. Ну, максимум, да. Да. Хотите с автографом, мы вот человек вчера у нас с Самары, давайте скажу, специально приехал для этого, шутка, вот, ну, при Акадии был в Орске. Ну, он первый раз зашел, ты ему рассказал про книгу, да. Он захотел купить, ну, а второй раз у нас не было в наличии. Ну, он под они тут остались, ну, по делам он сказал, что еще на недельку задержится. И вот он специально позвонил, осведомился о том, пришла ли у нас книга. Слава богу, мы не успели все еще опять распродать, потому что уже вот. И мы ему вчера вот это подписали. Вот. Сейчас у нас пока в наличии сколько? Две. Одна у меня еще дома, вот. Ну, сейчас четыре. Четыре, да, одну я обещал Славе. Тогда три. Славе, одну Жене. Три штуки у нас еще есть, да, пока есть. Но мы будем так периодически, как будут у нас покупать,
мы будем заказывать потихонечку, людям интересно. А ты в магазине же не хочешь держать, чтобы у тебя было на полочке? Нет, на полочке не хочу абсолютно, то есть... У нас бук, а я, это вот есть у нас наличие. Если человек придет, вот так захочет ее купить, я с автографом с удовольствием открыточку нашу. Мы при нем прям напечатали открытку, выбрал он там этот сюжет открытки, где шарш Васи Гайкалова. Вот. То есть вот это вот все мы можем, если вы к нам приедете, пожалуйста. Потом мы уже с тобой еще, когда у тебя выйдет вторая книжка, можно же их сделать в какой-то блок даже. Вот потому что они, видишь, у них нет боковушек, вот этих торцов. И можно оформить торец вот в коробочке. Мы сначала отдельно издадим вторую книжку. Потом, я подумаю, там есть ходы, что их можно будет соединить. А, вот в одну, да? В одну, да. То есть там можно... Но это будет большая глава, практически не глава, а как бы это. То есть можно даже эту книжку отредактировать. Можно. То есть в нее забить еще ту. Но пока мы ее отделим. Потому что все-таки те путешествия, они к книгам мало. Ну да, не относятся. Но в плане того, как бы становления всех моих взглядов и так далее, расширение горизонта, учебы моей там, по сути. Это да. То есть я вам как Петр Первый. Вперед, на запад. Gold Wild West. Вот. Поэтому там будет вот это мне интересно было и показать, что я нового там нашел. Сейчас я, кстати, третью часть дописываю, как мой дед руководил дома, когда он после операции лежал и командовал там, когда я готовил все, что угодно по его заказу. Я там это все указал. Сегодня я прям писал. Мне ребенок помогал печатать, начал помогать. Вот. Как мы потом... Он лечился мороженым. Вот. И как мы с ним, как он меня учил разбираться в вине. Сколько мы вина выпили. Ну, кстати, немного. На самом деле, при огромном количестве вот предложений вина, вот оптимальный вариант найти, конечно, очень сложно, как оказалось. Вот. То есть впервые я приехал туда, конечно, на бренды, на все эти известные французские. Мне объяснили, почем халва и так далее, почем фунт клубники. Но не об этом речь. Да, сейчас не об этом. Читайте мою книгу на Прозе.ру бесплатно. Заказывайте, пожалуйста, если вам это интересно, на всех вот этих перечисленных ресурсах. Продолжаем работу, продолжаем снимать. Смотрите наш канал. Пока!